В России не хватает телевизоров под новый стандарт цифрового телевидения, трансляция которого началась в марте во многих городах России, в том числе в Казани, Москве и Санкт-Петербурге. Абоненты оказались лишены возможности принимать сигнал, а новые телевизоры, поддерживающие цифровой формат, стоят не менее 20 тысяч рублей. На прошлой неделе российская телевизионная и радиовещательная сеть разместила на своем сайте информацию о том, что в розничную продажу поступила ТВ-приставка с поддержкой нового формата сигнала. Министр связи и массовых коммуникаций Игорь Щеголев обещал, что приставка будет стоить не более 1500 рублей, а покупка их малоимущим будет субсидироваться местными властями.